для приготовления клубнично-молочного коктейля или strawberry milkshake нам потребуется клубника. У меня уже почищена, помытая клубника. Здесь сейчас чуть меньше килограмма. Вот если отметка здесь 1 литр, то где-то вот чуть меньше килограмма уже. Добавляю 50 граммов сахарного песка. Я люблю добавить йогурт. У меня уже ванильный йогурт. Если у вас обычный йогурт, то можно добавить еще и ванилина. Добавляю так вот. Ну вот у меня сколько есть, столько и добавлю. Вот уже третья ложка. Это 4 ложки ванильного йогурта. Он уже сладкий, поэтому из этого расчета я не очень много сахарного песка добавила. Но в зависимости от ваших вкусов, вы можете вообще не добавлять сахарного песка. И сейчас заливаем все молоком. Где-то до половины ваших ягод, то есть у меня вот со всем нашим содержимым получается так, в литрах, ну где-то, да, 500 миллилитров молока, и все отправляем в блендер смешивать. Вот буквально где-то 30 секунд смешиваем. Это уже хорошо так это все у нас разлучилось. Добавляем где-то столовую ложку лимонного сока. И еще раз, вот, так как йогурт у нас немножко на стенках остался, его смешиваем. И еще где-то на 30 секунд отправляем на блендер смешиваться. Итак, друзья, вот и все, наш коктейль клубнично-молочный готов. Если вы хотите для детей, то можно заменить ванильный йогурт мороженым. Тогда он получится более холодный такой, конечно, более калорийный. А так вот, чуть поменьше калорий. Если вы беспокоитесь, то можно обезжиренное молоко добавить вместо обычного молока. И вот такой вот у нас с вами коктейль получился. Если слишком жарко на улице, можно добавить пару кубиков еще и льда. Благодарю вас за внимание. Желаю всего самого доброго.